Я хочу представить генерального директора компании «Оскарт» Давыдова Семена Викторовича. А я исполнительный директор компании... это «Оскарт». Компания «Оскарт». Мы входим в группу компании «ОСПАК». Киселев Александр Федорович. Компания «Оскарт» она образовалась больше года назад. Компания вроде новая, но на самом деле компания, которая образовалась на базе двух компаний, точнее, двух коллективов, которым уже много лет, на самом деле, мы смотрим сюда, да. Это компания «ОСПАК», отдел продаж компании «ОСПАК», который занимался оборудованием, продажей оборудования, установкой, инсталляцией, сопровождением оборудования для производства пластиковых карт. И коллектив компании ИВК, ИВК Systems, которая на рынке перфекционного оборудования представлена уже 19 лет, с 1992 года. В результате слияния, вот такого слияния коллективов, образовалась компания, которая занимается всем спектром оборудования для производства и персонализации пластиковых карт. Нашими клиентами являются на сегодняшний день сотни банков различных организаций, включая Сберегательный банк России, Газпромбанк, Внешпромбанк и другие банки и организации по производству пластиковых карт и персонализации. Это Орго Зеленоград, это Алиот, Розан Финанс, Новокарт и Ситроник Смарт Технологии. Значит, оборудование, которое поставляет компания «Оскарт», это оборудование от мировых лидеров, таких компаний, как DataCAD, Laufer, Autocunique, KDE, Gemalto, Qolis и другие компании. Надо отметить программное обеспечение. Мы поставляем не только само оборудование, сопровождаем это оборудование, но мы поставляем также комплексные решения и поставляем программное обеспечение для персонализации пластиковых карт, для подготовки EMV данных, подготовки данных магнитной полосы. То есть, обратившись на нашу компанию, организация или банк получит комплексное решение по персонализации пластиковых карт. Также мы поставляем оборудование по дальнейшей обработке пластиковых карт после их персонализации. Это сортировка пластиковых карт. Такие машины, крупные машины мы ставили в крупные банки России для персонализации и сортировки большого объема пластиковых карт. Есть банки, которые выпускают в сутки там, 50-70 тысяч карт, и все эти карты нужно в дальнейшем обрабатывать. Кроме всего прочего, оборудование по упаковке пластиковых карт и документов в конверты для дальнейшей рассылки, будь то почтовая рассылка, либо это курьерская доставка. Карточки нужно аккуратно упаковать и доставить до подразделения банка или до клиента непосредственно. Надо, наверное, сказать, что мы уже больше 5 лет сотрудничаем с журналом PLUS. Да, вот. Мы выражаем благодарность за сотрудничество и за то, что мы представлены на этой выставке. Значит, форум с точки зрения выступлений очень интересен. Может быть, наконец, благодаря этому форуму появится понимание, какое движение будет с точки зрения реализации УЭКовских проектов. Но, в частности, мы участвуем в реализации одного такого проекта. Это в банке «Акбарс». Мы поставили туда оборудование, программное обеспечение по персонализации EMV-шных решений и транспортных приложений, то есть социальные карты, которые выпускаются в банке «Акбарс». Тем не менее, я вернусь и поблагодарю Александра Ивановича Гризова, Константина Гризова за то внимание, которое было проявлено нашей компании в ходе организации этого форума, организации выставки.